Слушайте, да расскажу же про глаза. Удивительная штука жизни. Вот я там про травмы говорила. Вот, я уже сказала, что у Стива, значит, вот такой вот несчастный случай случился. Yes! Один случай, когда ему было 3 года, и он прекрасно помнит, как это было. И там еще второй раз был с тем же самым братом. Это старший брат, и разница у них 11 лет. И, значит, он ему ключицу сломал. На качели катал, в общем, и сломал. И, слава богу, конечно, вот когда меня отвезли в Киев, вернее, послали как чемодан, я там в Киеве у отца, в его второй семье, 2 раза была, вот когда мне 9 было и 13. И в один из приездов брат, он мне не брат, он... Это по жене моего отца, ее старший сын от первого брака. В общем, это Юлин брат по маме. Он мой то ли ровесник, то ли на год старше. Вот. И мама его сказала меня куда-то там отвезти, погулять. В общем, он меня усадил на карусель. А он такой мальчишка, я видела непростую. Доброты я вообще в него внутри не чувствовала. В общем, он меня раскатал так, что я себя чувствовала... Так что вот еще чуть-чуть, еще пару мгновений, я вылечу из этой карусели. До того он меня раскатал. И вот я чувствовала такую какую-то злость. Может, он и не помнит этого всего, но я прекрасно помню. И я вцепилась, вы знаете, не на жизнь, а на смерть. И у меня мысль такая была, вылечу, но не сдамся. Вот, в таком плане, что он там, девчонки трусливые, и вот это я хотела доказать, что девчонки не трусливые. Ну, в общем, у меня все, слава богу, сколько у меня было случаев, и я тоже носилась во дворе 24/7, и очень была близка уйти на тот свет. Вот там мне ударили буквально в миллиметре, этими вот клещами дырюгу сделали прямо возле виска. Кстати, никто никогда не приходил, прощения даже не просил. Потом один раз одна подружка, бывшая, мы с ней очень давно не общаемся, ее имя Алена, с нашей 2 раза канатчиков. Я как нас увезли в 16 лет, квартиру поменяли, так я больше не видела. В общем, она меня 2 раза, так сказать, чуть на тот свет не отправила. Один раз мы пошли с ней, мне было все равно, с кем дружить, лишь бы со мной дружили, потому что... Ну вот, я уже говорила, брошенная. Ну, в общем, на турнике она меня раскатала. Я говорю, все, остановись, больше никого не было. Она не остановилась, у меня руки соскользнули, и я упала прямо на спину. И у меня выбило дыхание. И она убежала, спряталась, и вот я лежала так вот на земле до сих пор, вот помню как. И как-то там, в общем, на карачке стала через время, я вообще дышать не могла. Вот, и никаких скандалов я не устраивала. Потом она меня еще раз, мы лезли на крышу, там очень много было строек, вот на проспекте Шевченко. И она лезла впереди на крышу, ракушняк был, какой-то дом ракушняка строили из ракушняка, внизу был везде ракушняк, ракушняк. И мы были почти практически наверху на крыше, я была сзади нее, вот внизу, она тут наверху, вдруг она поворачивается и толкает меня. И я вот сверху упала на весь этот ракушняк, и уже было поздно. В общем, я пришла вся побитая, вся вот в крови, вот, и никто во дворе никогда там, ой, Оксана бедная, нет, наоборот. Меня тыкали еще пальцем, что... А потом вот эта же Алена, ну, мы жили на 2-м этаже, у нас 2-комнатная квартира была, и... Вот Алена пришла, и мы с ней там на моем же балконе одеяло повытаскивали. Мы же любили там играть и в куколки и так далее, и устраивали. Вот как у меня Дженнифер тенты всякие строила, палатки, так и я строила. И, в общем, то Алену надуло, и что-то там перекосило ее, и то лицевой нерв или еще что-то. Знаете, может, это и бумеранг, может быть, я не знаю, может быть, потому что ее родители даже ко мне даже не пришли, не сказали, слушай, детка, хоть бы конфету мне принесли, спросили, как вообще мое самочувствие. Так вот, еще потом там весь двор, я помню, я слышала шу-шу-шу-шу-шу, это она пошла к ней, ну, ко мне на балкон, и там ее перекосило. Ну, в общем, кажется, они там все думали, что у нас семейка ведьм, вот, и которые мужиков уводят. А может быть, знаете, если... я, еще раз повторяю, я ни бог понятия не имею, я не училась ни на ведьму, ни на кого, и не собираюсь, и вообще все мои походы к экстрасенсам и так далее, я ходила и каялась в православной церкви, и
вообще не прикасаюсь ни к гороскопам, ни к китайским всем этим вот. Была, так сказать, можно сказать, так, специалистом, и но это другая тема. Так вот, насчет глаз, я не договорила в прошлом видео, что у меня бабушка лишилась потом такие оба глаза. Может, знаете, вот, как говорится, у законы, у Господа, их просто нужно вот... Окей. У нас через 3 дня, значит, партии, 18 сентября празднуем день рождения Жестева мамы, вот, и у нас будет собираться в ее память, ну, у нас, мы приглашаем всех, у нас дом открыт, не косимся на тех, кто, знаете, имеет свои шикарные дома и не хотят ничего делать, ну, в смысле, приводить людей, чтобы там и мусора не было и так далее, это их проблемы, я пальцем не буду тыкать, наше дело просто показывать пример, чтобы семью как-то держать вместе. Знаете, за 13 лет здесь ничего идеального, и из христиан, которые следуют Христу, здесь всего лишь несколько семей, но я вам говорю, такое благословение, это только Господь может дать. От мамы Стива и от папы Стива, ну вот их дети и плюс, это общая семья, только самые дети, внуки, и это около там 60 человек. Вы вообще представляете, за вот одно... За одни 100 лет вот такое, а он на меня чуть вообще рот просто не ушел, не пропал, вот по плодам судите, да. Так вот, насчет второго глаза. Вот бабушка, значит, 10 лет ходила, капала, непонятно что, всякую ерунду. Я туда не лезла со своими советами, потому что взрослый человек, она себе там ошибка. Каждый из нас жил абсолютно в своем мире. Что-то они там такое себе говорили, как будто это их общая история, вот мама с бабушкой, а, знаете, Игорь сам по себе, причем отделился, и я вообще сама по себе. По-моему, я для них просто была стена, или вообще непонятно что. Ну, в общем, что получилось? Один глаз она потеряла, она ослепла на один, было поздно делать операцию. А знаете, что со вторым? Она не одевала вот эти вот очки, и она кололась на даче, колола дрова, и сама... И ее щепка попадает в здоровый глаз. И все. И она ослепла совсем. Просто совсем. И все. Все ее труды, знаете, вот во что вы вкладываете. Вот она трудилась, как пчела, трудилась, старалась, какие-то пила, какие-то эти вот 9 месяцев или 8 месяцев пить пустырник. Вот этой горькие вообще упробовали, потому что вот она хотела, чтобы вот у нее восстановился сон, чтобы она ложилась как по часам. У меня полное расстройство сна, полное, sleep disorder, я вообще могу час спать, я могу 2 спать, я вообще на это, я таблеткам не прикасаюсь, потому что это потом дурная голова, и не буду эту гадость эту вот пить из-за того, что, извините меня, у меня абсолютно другая политика, у меня такая, как у Стива мамы. Детям, если вам надо, 24/7, независимо от моего возраста, вообще поднимайте меня, будите меня, пример мне, Матерь Божья. Матерь Божья, мой Господь, и мой Бог, вот так вот, не думайте, сплю я, не сплю, если вам я нужна, говорите, звоните, и вот отвезу, отнесу, помолюсь, что надо сделаю, и вообще не думайте, потому что на то она и мама, на то она и мама. Один у меня знакомый говорил, вот полицейский, на том свете отоспимся. Вот, я, наверное, не буду так говорить, я не считаю это верным, я так думаю, что если... У меня есть свободное время, вот если я не сплю, я беру или молитвы, или да что угодно, стараюсь вот такое духовное там читать, или лекции прослушать православные, или еще. Но вот таким вот образом, по собственной, можно сказать дурости, можно сказать неаккуратности, можно сказать халатности, можно сказать, знаете... Жизнь как бумеранга, я думаю, это Господь знает, что делает, и поэтому я говорю, косой не может кричать и смеяться над другими, кричать, о, ты косой, если ты сам хромой, или это вот, и что, что лучше, косой или хромой, да ничего не лучше, лучше дойти вот в Царство Божие, и я надеюсь, я там всех вас увижу, и
Монахи молятся за весь свет, за весь, за всех людей, вот за все, вот, вот какая разница, какой сосуд. Вот внутри нас вот есть маленькая вот эта вот душа, просто самое главное, какая ересь там на нем и в какой путь мы выбрали, какой светильник, или это материальное. Или вы молитесь материальному, вот мы материально, хочу богатства. И есть вот бедные люди, которые вот только в мечтах и думают, вот стать бы богатым, как бы стать богатым, жениться на богатой. То есть их вот душу прям чуть ли не продают за богатство. Даже вообще ересь. А вот люди, которые богатые, может, они им легче, знаете, уже понять, что не в богатстве счастье. Здесь же дело такое. Здесь есть и люди бедные, которые понимают, что такое счастье, и живут этим. А вот есть и бедные, которые в жуткой ереси, в жуткой лести о богатстве. Это у православных называется лесть о богатстве. То есть мечты, вот деньги. И все, кто кричит, вот я считаю, все кричит, вокруг воры, это вор кричит. Или вот мир сошел с ума. Это тот вот, у кого с головой так вот. Вот так вот, такие вот. Вот такие, это не сказки, а вот правда моей жизни вот в той